Ну, здравствуйте, за Фрейми... А, черт, да, я же здесь не могу допрыгаться, до пущего удовольствия. А, надо... А, это... Я не знаю, как с этим жить. Здравствуйте, за Фрейми... Мистер... И Мидбой, и Мидбой, да. Вообще, кстати, представляете, я до сих пор играл в этого ужасного Мидбоя буквально на клавиатуре. И только сейчас хоть как-то перешел на чертов джойстик, но... Да-да, я знаю. Возможно, стоит его назвать геймпадом, но все же, Черт! А! Видите, чуть-чуть идиоту не хватило. Прошел! Черт подери! Я сделал это, и это потрясающе. На самом деле, довольно легкий хренов уровень. По-любому. Так, что еще здесь нажать-то? Блин, так вот, я вроде бы как все это пытался бы настроить на хренов геймпад, но немного не те клавиши, но... Сложно понять, что я имею в виду, когда что-то нажимаю. Что я несу? Ай, мне однозначно сегодня, наверное, не стоило его записывать, потому что я несу такую чушь. Так, зашибись. Как мне попасть туда, куда я хочу попасть? Я думаю, что... Да, именно таким способом, но... По всей видимости, этот способ нужно немножечко проапгрейдить, немножечко улучшить его отношение к собственной жизни. Извини, блин... Кстати, совершенно даже я бы сказал, что это не похоже на фабрику, в которой я якобы должен находиться. Якобы фабрику, в которой должен находиться. Кстати, я назвал бы этот уровень так близко и так далеко, потому что она вроде бы здесь, она вроде бы в непосредственной близости, но достичь ее так тяжело. Не умерев, по крайней мере, это уж точно. Да, купил. Идиотский эту хрень, короче. Она ужасная, она отстойная, она дешевая, и одна из кнопок в ней очень хреново нажимается. И стоило мне это 350 рублей. Но у меня просто, да, я как-то не сподобился на что-то большее, на что-то лучшее, поэтому пока что будем выживать именно так. В действительности именно Мидбой меня в основном, заставил меня задуматься над тем, что пойти на этот странный неоправданный эти огни наверху явно лишние, черт возьми, вот просто лишнее не бывает. Так, секунду, я туда сейчас пройдусь. Да, вот этот момент по-любому надо будет показать, потому что что-то бред, потому что я стоял на этой фигне дважды, но... Если бы мне это помогло, было бы совсем хорошо. Черт! Я был близок. И моя близость была близка ко мне. Близостью называются разные вещи. Совсем разные. Черт! Вообще, это очень сложный момент, но мне так кажется, по крайней мере. Вообще, также я сегодня посмотрел, как Watchmen играет в Супер Мидбоя, и должен вам сказать, что, конечно, Супер Мидбой это ад. Черт возьми! Когда-нибудь я его куплю. Я думаю, что когда-нибудь куплю Супер Мидбоя, но я не думаю, что я буду его записывать. Вернее, я вам просто обещаю, что я никогда не буду записывать Супер Мидбоя. Я очень надеюсь, что то обещание, которое я смогу сдержать, так сказать, потому что вообще сдерживать свои обещания — это дело благое. Ну, ё-моё, ну как я это...
How am I supposed to pass this? Скажите-с мне-с. Вообще почти. Вообще был даже очень близок. Вообще даже так близок, что даже самому страшно. И должен вам сказать, что, конечно, на хреновом паде, хреновом гейме во все это играть гораздо, конечно же, приятнее. Даже несмотря на то, что он такой отстойный. Хотя формой он такой же, как и, не знаю, DualShock 2, например. Вот, поэтому... Вообще интересно... Ой, я болван. Я тогда решил, что я должен это самое. Сначала налево, потом направо, потом обратно налево. Нет! Я должен довольно долго лететь прямо. И только потом... Черт! Ну, видимо, прямо достаточно тяжело отцентрировать себя. Но я постараюсь. Вот. И только потом, когда я пролечу прямо, уже как-то двигаться дальше. Черт возьми! Кстати, я все еще мидбой. Вернее, я опять мидбой. Я вообще-то хотел быть рыцарем. Вернее, я забыл, что я хотел быть рыцарем. Но, с другой стороны, мне уже даже нравится быть мидбоем. Что-то есть в этом такое... Какое-то очарование мидбоевское меня все-таки посетило. Очень отстойно. Стоп. Я понял. Мне не нужно падать. Мне нужно плестись по стене. И прыгать. Ну-ка, попробуем новый вариант. Я буду сначала плестись по этой стене. Сначала, в общем, буду плестись по той стене, потом по другой стене, а потом прыгну. Я думаю, что это обязано, просто обязано сработать. Не знаю, может мне стоит прыгать, черт побери, по этой стене. То есть спускаться не слайдом, а, я не знаю, там, прыжками как-нибудь с трудом немножечко. Вот как-то вот так, тык-тык-тык-тык-тык, а потом тыщ, я не знаю. Прям даже теряюсь в догадках, что именно хотел сказать парень, когда это делал. Да, я... нет! Я не прошел, потому что этой игре обязательно нужно было быть сволочью. Вот это уже вот этот последний огонь. Это потрясающий сволочизм. Я категорически так считаю. И просто не думаю... Просто не думаю, что можно считать по-другому. Это потрясающе. Но я все еще захожу уже, так сказать, у меня есть прогресс. Мой смерть происходит все дальше и дальше. Это явный плюс. Так, кажется, получилось. Правда, более-менее случайно. Черт. Причем это еще и, как я уже сказал, получилось более-менее случайно, что означает, что повторить такое будет тяжеловато. Ну-ка. Да. Нет. Там появился парень, но это ничего не значило, потому что я умер. Как я устал. Да. Хотя я все еще был на волосок от смерти, но все равно... Да, черт побери! Так, а это что такое? Your best to turn... Что? По-моему, что-то подобное уже было.
А, стоп, погодите. Эта штука то включается, то выключается? А вот это фигово, честно говоря. Хотя нет, может быть, это и нормально. А вот там уже плохо. Здесь уже все плохо. Черт, черт, черт! То есть здесь как бы все зашибись, вот все зашибись. Но дела становятся плохи, когда они это самое, когда они... Как, когда я, вернее, подбираюсь на самый-самый верх. Вот тогда дела плохи. Да, я сделал этот уровень, как я и думал, он не слишком сложный. А вот это уже выглядит многообещающе. Даже слишком многообещающе. Не совсем уверен, стоит ли это делать в следующий раз. Хотя, к черту, я это сделаю в следующий раз, просто потому что я устал. Это так, чтобы был Фрей, и всякие мистеры, и всякое такое. Эбой!